every time because when they have to fight someone. Are you still Следующая остановка – Павелецкий вокзал. Время в пути составит 45 минут. Attention! The doors are closing now. Next stop is Павелецкий railway station. The journey will last for 45 minutes.
экспресс прибывает на конечную станцию Павелецкий вокзал. Мы благодарим вас за то, что вы воспользовались услугами Аэроэкспресс. До новых встреч. We are now arriving at Павелецкий railway station. Thank you for choosing Аэроэкспресс. Goodbye. Hope to see you soon. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи. Будьте бдительны. Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки для перевозки. Это опасно. О всех подозрительных гражданах и предметах сообщайте сотруднику охраны, бортпроводнику или машинисту поезда по переговорному устройству, расположенному около входной двери в каждом вагоне. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 01-101-02-102 или на единый номер 112. Deep passages. Please make sure you take your belongings with you when leaving the train. For security reasons, you're advised not to accept packages or bags from strangers. Please report any suspicious persons or objects to a security officer, train steward, or train driver via the intercom located near the entrance door in each carriage. In case of emergency, please dial 01 or 101 or 02 or 102. The universal emergency number is 112. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда будьте внимательны и осторожны. Малолетних детей держите за руку или на руках. Не оставляйте детей без присмотра. Dear passengers, please take care when leaving the train. Hold small children by the hand or pick them up. And do not leave children unattended at any time. Yeah.